Здравствуйте! С новостями о погоде Линара Строчкова. По прогнозам синоптиков, погода в феврале этого года будет отличаться погодными перепадами. Резкие похолодания чередуются с потеплением. Вот эти выходные будут по ощущениям комфортными. Днем минус 5-7 градусов, а ночью минус 15-17 мороза. Переменная облачность, не ожидается существенных осадков. Но на дорогах из-за перепада температур сохраняется гололедица. Будьте осторожны. Ветер восточный с переходом на южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое 724 миллиметра ртутного столба. Согласно прогнозам, в грядущей неделе дневная температура будет в пределах минус 5 плюс 3 градусов. В ночные часы преобладающая температура где-то минус 9-11 градусов. Со среды прогнозируются небольшие осадки, к концу недели снег с дождем, переменная облачность. Ветер юго-западный, северо-восточный 7 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на «Пятом».